Сотрудники районного отдела МЧС доложили о том, каким для красногвардейского стал 2016 год. Число пожаров выросло, ровно половина возгораний пришлась на жилой сектор. Ежегодный отчет районного МЧС прошел в стенах Охтинского центра эстетического воспитания. Здешние размеры актового зала позволяют собрать чуть ли не всех ответственных за пожарную безопасность на местах. Начальников производств, главврачей, директоров различных учреждений. Лучших наградили грамотами. В 2016-м, несмотря на увеличение числа пожаров с 205 до 212, огонь не затронул ни один социальный объект. Здесь большую роль играет, конечно, меры профилактики. Вот последний момент, последний, так скажем, разбор полетов показал о том, что если есть АППЗ в доме, то избежать крупных, так скажем, пожаров – это абсолютно возможно. Она сработала, очень оперативно сработали службы, все приехали, и был локализован пожар в самом начале. 51% возгораний пришелся на жилой сектор. Если соцобъекты обеспечены современной системой пожарной сигнализации, то большинство многоквартирных домов нет. Частные фирмы предлагают не ждать, а спасаться самостоятельно. Человек, зацепившись, надевает одним движением, привычным ему, спасательную косынку. Приводится в действие ровно до 60 секунд, и человек готов уже покинуть зону поражения. В 2016 году огонь унес жизни 9 человек, 13 пострадали. Причины в основном те же – неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Человеческий фактор особенно проявляет себя в выходные. Так уже в этом году, 21 января, в ночь субботы на воскресенье, произошло сразу 3 пожара. МЧС призывает людей быть бдительными и отказаться от курения в квартире.